Так и всем привет. Этот проклятый разработчик добрался уже до этого мяса, которое было пережаренное. Вот который раз пытаюсь это сделать, и ничего. То есть теперь пережаренное мясо какаху, так и остается какахой. Не знаю, возможно, только у меня так, но вот ничего у меня не получается. Довольно-таки быстро классываю. И все. Так и можно его выкидывать. Но выкидывать пока не будем. Может быть, его как-то можно перебагать по-другому, не знаю. Пока что-то у меня как-то не очень выходит. Вообще хотя бы одна. Ни одна. Ни один кусочек мяса даже не думает становиться обратно свежим. Ну так и ладно. Пойдем сейчас медведя искать. Свежее, так сказать, мясо. Заодно и проверим, что он еще испоганил в этой игре. Так, подождите, а где мой топор делся? Так и скоро потерял свой топор. Да нет, вот он. А что он тут делает? А нафига мне костер еще один? Что-то вроде как он мне особо не нужен сейчас. Не знаю, что я хотел делать, но пока еще не начался дождь. Так сказать, солнце не ушло. Что там жарится, не понял. Что ты мясо вытащил? Ничего. Попробуем найти ближайшего, блин, походу пришел этот горе-охотник, рыбак, в смысле, любитель. По крайней мере, слышал вроде как звук, как будто упал. Все-таки я не ошибся. Такий глухой, но не до такой степени. Где этот кузел, а вон он? Ты что, уже винтовку, говоришь, достал? А если мы вот так сделаем? Так и нормально. Рыбку есть? Рыбка нет. Ну и хрен с тобой, тюлень. Так, ну где ж там Мишка у нас? Мишка! Мишка! Мишка-топтышка. Так и мишка есть, маленький, но есть. Но кто я такой, чтобы судить об мишках? Маленький мишка, не маленький. Где атака? Ага. А где? А, во. Блин, что-то я... Походу, надо еще раз его завести. Я забыл, где у меня платформа. Да-да-да-да, давай еще раз. Угу. За мной иди, студент. Подходим, подходим. Так, теперь они в воде начали атаковать. Теперь он начал и в воде атаковать. Значит, все-таки смотрит он мои видео с Максом. И фиксит все наши. Один кусочек вонючего мяса дал. Так, с какое повреждение? Половину. Половина платформы как и не бывало, но... даже не знаю. Так, солнце уходит. В смысле, тучи приходят, солнце уходит. Рубаню чуть дерево. Пожарим мясо и... подождем, когда дождь закончится. Ну, или нырнем. Посмотрим. О, растение. А то не было. Жемчужинку я собрал, а растения вот не было. И песчаник собрал. А вот еще есть песчаник. Да фиг с ним, тем песчаником. Сколько мне надо его там? Лучше металл или потасим какой-нибудь. Что, 10 единичек кинул. Опа, и у тебя половина... половина этой, как ее... эй, грядки, короче. Половина грядки стала полной. Так, ну-ка, волчик. Ты случайно не атакуешь
платформа. Случайно даже и даже и специально не атакуют. Ну, с волками по-прежнему просто надо тратить. Да что ты делаешь? Так, Потапыч, ты же не думай сюда идти. Не для тебя это сражение. Да что же ты будешь делать? Чего? Куда стрелы вообще летят? Вот прям по центру наконечника навожусь ему под хвост. Ну ладно, допустим, не долетело. Что теперь? Разброс у лука сделал. Что-то добавляет, а вот ничего не говорит. Упырь несчастный. Ну ладно, пойдемте пособерем, что я тут напулял. Вроде же я сюда пулял. Где хотя бы одна стрела? Ну, парочку сломала, да, я слышал. Остальные вроде как нет. Либо я не сюда. Да как не сюда, если он возле этого куста стоял. Ну хорошо, вот тут вот где-то я стрелу пульнул. Я ее вообще не вижу в упор. Что-то показалось, это всего лишь тень. Ну ладно, сумочка-то хоть не пропадет. Да, быть дождю. Чтобы еще можно было опцию походу выставлять. Без атмосферных осадков совсем. Крест не с той водой. Ну, давайте еще раз. Ну хорошо, давай сюда посмотрим. Неужели все стрелы сломались? Я как минимум 3 штуки в землю попал. Даже дальше я пулял, но что ни одной не вижу вообще. Нормально. Все как бы работает. Только я вот что-то ни одной стрелы не вижу. Куда? Неужели я их настолько далеко перебрасывал? И куда их мог перебросить? Это вообще не стрела. Какие-то не долетали. Короче, что-то я не понимаю. Ну хорошо, давайте вон туда пульнем. Вон тех кусты зеленые. Травку. Вот сломалась. Хорошо, еще одну. Еще. Ну вот одна попала. Стрелы очень сильно стали ломаться. Я это еще заметил на этом рейде, который был предыдущий, не предыдущий, а серии 2 назад. И в двери стреляешь, и они ломаются. Одну соберешь, 10 сломаешь. Что-то все пошло не так. Вернее, идет. Ну ладно. Как бы ведь день уже заканчивается. Так, руки, мясо надо помыть, в смысле, приготовить. А что это там у нас такое было? Ага, студент ходит. То что это ты присел, алё? Так, о, спасибо, братан, за рыбку. Ну что ж, давайте найдем ближайшего мишку и прыгнем ему в лапы. И посмотрим, что он с нами сделает. Может, топор в руки взять? Дать ему под челюстью разочек. А он, кстати, жопа стоит. Собирать ничего не буду, потому что в этом никакого нет смысла. Давай. И чё? А ничего. Это случайно там было.
Не сумочка ли с патронами? Она самая. Так, Миша, даже не это самое. Не смотри в эту сторону. О, спасибо. Все, значит, теперь и в воде мишки атакуют. Возможно, что-то я делал неправильно, возможно, надо было переставить, но мне что-то кажется, что он просто это все дело пофиксил. Все-таки смотрит он, походу, мои видео с Максом. Как я уже говорил раньше. Возможно, нет, возможно, да, но... Так, катончик. Это значит, надо сразу сохраниться. Я поставил целый год, 365 дней, так что времени у меня теперь предостаточно. Я поставил осень. Как минимум, уж в сумках они точно будут появляться. Опаньки, птички. Голуби пернатые летят. В натуре голуби. Хотя я уже что-то стал сомневаться. Ну, вообще на голубей похоже. Так, вот он, этот заборчик. Где-то тут должен быть поворотик после вот этих, как Макс говорит, двух пиков. Вот этот один и какой-то там еще он тут. Так, этот охраняет ящик с потенциальными гвоздями. Вот она, собственно говоря, и новая территория. Ладно, оставим ящик нашему этому уважаемому волку. А я схожу в обратную сторону. По другой стороне берега. Посмотрим, что здесь. Мы вроде с Максом тут не бегали. Если мне не изменяет память. Поищем что-нибудь. Не, все-таки дождь будет. Все-таки будет дождь. Ну да ладно, будет так будет. Какое большое озеро? Почему бы сюда бобров не добавить? Не знаю, там выдр каких-нибудь, щуку, не знаю, там енота, тюленя, что угодно. Новая карта — это хорошо, но нет, мне интересно, кроме как... О, ну, так, мясо я не съел, оно исчезло. Ну что ж, тогда мне нужна веточка. 4 веточки, даже 6. Файвера вообще ни одного нету, да ладно. Будем собирать файбер. Ну, прикольные кустики, конечно. Еще даже шум создают, когда через них ходишь. И хорошее в том плане том, что охотники, они довольно-таки прозрачные, и их будет хорошо видно на этом фоне. А то в простые кусты не залазят, их вообще просто не видно. Только по вспышкам можно их вычислять, или они постоянно перемещаются. Попробую еще их попасть. Пока пуля летит, он еще 3 раза может сходить покурить. За дерево там сходить. Еще что-нибудь сделать, пока пуля до него долетит. Металл не пропускаем. Странный пик. Руки короткие. Так, ручеек идет в ту сторону. Идет в ту сторону. Так, волк, даже не думай. А, не, мы тут с Максом были. То ли я не в ту сторону пошел, то ли фиг его знает. О, наконец-то. По-моему, ноги. Ну, прикольно, конечно. Карта новая, это хорошо. Тут уж нечего даже и спорить. Красиво. Благородно. Уступчики, вода течет, все хорошо. Есть место, где строится. Это, наверное, для сервера, собственно говоря, и подходит. Чем больше карта, тем больше можно разбрестись, и тем реже вы будете встречаться с кем-то. Ну, в теории. Неужели ягодку я нашел? Березки. Береза, береза. Прикольный эффект, между прочим. Ничего не изменилось. Раз, два, три и 4. Да, вон еще вижу, ягодка торчит на полянке. Не знаю, в этой части карты вообще хлопок появляется или нет.
Я-то его в и в той части карты особо-то не встречал. А тут... Так, делаем спичку. Костер. Класс. Да, действительно, березок не хватало в игре. Я не знаю, правда, где этот разработчик живет. О нем, кстати, вообще мало чего известно. Он скрытный, прям как я. Вот, и... Может, в Канаде. А может и нет. О, потенциальные гвозди. Так и да, так и три гвоздя. Платформу не построишь, конечно. Стоп, а мне ж мясо надо. Чуть я от волка ухожу, ну-ка. Давай. Мне нужны твои потроха. Причем все. Кто-то не зарядил оружие. Не будем показывать на него руками. Пальцем, то есть. Так, что там у меня? На тебе маленько. Спичка где? И мясо. Я думаю, мне одного... Ну ладно, зажжем и это. В смысле... Подрубим это, подкинем. С одной высохнем. Ах, это смысл. Дождь-то идет. Так, и шлягу забыл поставить. Пепел тоже заберу. Пепел нужен. Так, четыре этих вот. Перышка у меня ни одного нет, зато я могу сделать еще одну спичку. Да, если бы кто-то не испалил все дрова. Чем еще заниматься? Где тут медведь, кстати говоря? Ящик вижу. Медвежка. Мишка, Мишка, топтышка тут ходил. Так, очень уж громко было, я поубавил немножко это вот. Спичка есть? Есть. Почему-то заглючил, написала 100%, но это не так. Ну что ж, съедим кусочек мяса, я думаю, придется сразу есть и второй. Ну, может потерпеть немножко. Так, посмотрим, что у нас тут вкусненького есть в ящике. Очень громкий этот шум. Платы, веревки неплохо, конечно. Еще металл есть. Зайцы, что-то куриц мне не встречалось пока что. Не знаю, с чем это связано. Ой, блин, с медведем, наверное. Еще одно озеро. Я вот не слышу вообще ни черта. Ага. А вот и засранка. Пернатая. Так, ну споймаем курицу, потом обернемся. Ага, вот оно. А вот и конец карты. А что ты будешь делать? Медведь уже отстал? Да стой, твою ж, налево. Ну вот. Так, вот она карта кончается. Там мы, по-моему, здесь были с Максом. Или нет? Вообще как-то вылетело с головы. Ну, поднырни-то. Ой, я застрял. На туре. А нет. Ух ты, тут пролезть можно было бы. Но нет. Видать, он проверял. В ту сторону так просто не переберешься. Ой, мон. Ну, нашли так нашли. Так, сохранимся сразу. На всякий пожарный. Так, семечки. Спасибо за семечки. Вообще прям беспонтовый лут. Можно так сказать. Ну ладно. Опа, бомжарики. На воздушном шарике. А там Мишка стоит.
сохранение у меня как бы есть. Давайте еще одно. А, ладно, хватит. Перед ящиком нормально. Кого-то пальнуть, может, он побежит через мишку. Еще наверху ходит один. Было попадание, и он даже побежал. Где медведь? Медведь. О, давай, Миша, 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 Миша. Да не на меня. Твою... Твою мать. А так все хорошо начиналось. Давайте посмотрим, чем это все закончится. Так. Что-то медведи какие-то вообще не активные, нифига. Опа, ты смотри, он его схватанул. Вон он держит его. Эй, в дерево мешает. И выбросил. О, вон еще один ходит, что вы смотрите? Давайте. Ну ты пятого левела, ну повернись, вон он, ну ты че, куда? Миша. Миша. Они просто тупо избегают охотников. Ну ладно. Внезапно. Тучки ушли. Все как бы нормализовалось. У меня даже... А я еще ящик не поднимал, да? Ай, хорошо. Ай, хорошо. Хрен с ним. Там лут все равно не очень был. Честно говоря. Что это такое? А, это метка базы. Думаю, что это за фигня на земле. Так, ну охотнички, понятное дело, по-прежнему здесь. А Мишка? Мишка тут есть? Ты, блин, подошел ко мне, я даже не видел его, вот, зараза. И все мне малину наломал. Кстати, он ходит опять, Мишка тот же самый. Нет, что-то как-то у меня винтовки нету. А без винтовки как-то не очень. Сколько время? Полдня. Можно потихоньку, я думаю, уже править стопы. Хотя можно еще раз сбегать туда на горку. А сейчас курицу поймаем. Надеюсь, она к пуме меня не приведет. Приведет. Только хотел сказать, что здесь должна быть пума. Так она и есть тут. Вроде не пошла. В смысле, пошла, но не побежала. Вот она, эта карта новенькая. Ой, тихо. Не разбегайся особо. Или я там стоял? Не-не. Ну уж явно не там. Тоже неплохо, на самом деле. Еще одна будет про такая же превьюшка. Хотя не знаю, что я там выберу из этого. Ну ладно, сейчас вернемся, а то тут начинает замерзать маленько. Но вообще, как мы бы видим, то есть горы еще как бы дальше должны продолжать. Какой-нибудь снежного барса бы, что ли, ввел бы в таких районах. Чтобы он тоже был бы опаснее, чем обыкновенная пума. Ну, как челлендж, вызов для вас. Пещеру, как я уже давно говорил, надо с медведем каким-то 10 уровня. Или еще того, или еще больше. Чтобы он давал, чтобы он охранял какой-то ценный лут. Ящик, который там постоянно находится. С очень редким лутом. Тот же самый, например, не знаю, оружием каким-то новым. Оптическим прицелом на винтовку снайперскую. Не знаю там, ну что-то можно придумать в игре, ввести. Ладно, надо идти домой, а то уже день начинает клониться к закату. Надо идти обратно. О, хоть кто-то кусочек кожи дал. Третий левел. Не, в баню. Возвращаемся на старое, на старое место жительства. Карту еще надо изучать, в принципе, ту новую. Хотя, в принципе, там ничего такого нет. Пещер никаких нет. С пещерными медведями. Или еще с чем-нибудь интересным. Лесу бы хотя бы какую-нибудь добавил в игру, или что, не знаю. Ну, разнообразить как-то животных не мешало бы прям. Не хватает этого уже. Раньше карты большой не хватало, теперь есть карта, теперь не хватает уже разнообразия в животинке. Четвертый левел. Рельса? Давай сюда. О, ящик.
стоит почаще перезаходить, чтобы появлялся лут. О, да ладно, спасибо. Так, засейвимся, что ли? Это с этими перезаходами бесконечными. Так. Так и он пошел назад. Просто тут еще одна сумочка есть. Прямо рядом с костром. Что-то это сильно опасно. А где твои друзья, братан? А вон там и не дальше. Может, я успею подрезать сумочку? Оно того стоило. Патрончик на дробовик, он весьма лакомая вещь. Прям шикарно. Я как раз подбегаю домой, и тут начинается стрельба. И же... А, это олень, лось, то есть. А чё они ко мне не понял? У меня стоит без атаки. То есть я ж... Сколько меня можно атаковать уже? Алло. И сколько вас вообще тут? Ой, бляха-муха. Там скотина, тут стреляют. Давай, давай, тапок в пол. Не видно ни хрена еще к тому же. Так, петляем, петляем между камнями. Оп. Оп. Тетива натянулась. Стреляет мне, блин, поэтому. Ну что ты не заходишь, ну? Да куда? Куда ты там шмаляешь? Свет, пожалуйста. Ну да. Только так еще хуже видно. Ух ты, скотина. Он мне прям в БСУ лупит. Вот падла. Блин, надо еще попробовать запхать еще ниже. Может быть. Сука такая. Где моя, блин, винтовка, мать ее, так? Дайте свет. Так, помидоры созрели, хорошо. Да, сейчас я их, конечно, прям вообще буду видеть. Там что-то ХП было. Медведи, что ли, или еще что-то. Козлы. Да пролезь ты уже, что ты там завис. На радиаторе. Дай сюда молоток. Фу, шикарно. Как можно быстрее апгрейживайте дом, потому что вот ремонт просто изумительный. Один щелчок, и печка потухла. Ну это ладно. Топливный брикет. Жирок. Так, что там? Вот это еще возьми. Вот. Так, говоришь, холодильник. Что там на тебе надо? Так, 10 досок. Доски есть, платы есть, это есть. И даже энергия есть. Наверное. Да? А что туда все переплавил? Как хорошо. Генератор. Просыпайся. И есть контакт. Так, следующий у нас пойдет. Потасим его меньше всего. Это не потасим. Меняемся. Вот так вот. Ну так и вот он, наш холодильник. Опа. И можно сюда, ну, конечно, это нет. Это надо съесть. Ну, еще раз давайте попробуем все-таки реанимировать мясо. Да, я так и думал. А если его в холодильник засунуть? А только его включить надо было бы, конечно.
Короче, бесполезный кусок фарша. Ну, в принципе, его можно сожрать прям весь. Вода, конечно, сразу улетит, но больше, значит, сухого мяса я делать не буду. В этом нет никакой уже необходимости. Вообще ничего не дает почти. Ну, хоть так можно наесться. Ну, вот как-то так. Так, что там у нас с помидорчиками? А тут что? Тут все плохо. Так, ну я сейчас тебе точно кого-нибудь пристрелю. Задолбали козлы. Он бегает. Да ж... Есть попадание. Скотина. Спасибо. О, еще одна стрела. Спасибо. Давай, давай, накидывай стрелы, мне нужны. Ах ты гнида. Блин, тут у меня хреново, я не вижу ничего. Окна с этой стороны нету. Где этот? Ох, ни хрена, откуда у тебя стрела с разрывной... Чё охренел, где он? Скотина, ты посмотри на него. Еще пришли? Это нападение было? Интересное кино. Так, ну холодильник можно пока выключить, он даром не жрал энергию. Ничего не понял. А дробовик я не взял, да? Ну ладно. Да, хороший лут ты мне дал, братан. Куда он попал? Надо сейчас пойти прочекать, куда он влупил мне стрелу разрывную. Или это не он был? Возможно, это эти пришли, влупили в стенку. Такое тоже может быть. Так, ну тут, тут вроде как более-менее все живое. Это фигня, это фигня. Это подавно. Ну да, это значит не он был. Ну ладно, хватит палить лампочку. Лампочки не казенные. Ну что ж. А на этом буду заканчивать видео. Так что всем спасибо за просмотр. И всем пока.